Песня «Работать и жить» помогает не только красивые слова. Пение действительно улучшает здоровье, в частности, дыхание, которое используют при попытке взять нужную ноту. В этом убедились химчане на мастер-классе по эстрадному вокалу. Провела его Ирина Бондаренко. Вначале она заверила, голос есть у всех, но вот контролировать его умеет не каждый. Для этого нужно правильное дыхание. Вместе с преподавателем по вокалу участники встречи проделали несколько дыхательных упражнений, затем приступили к распевке. Звук мы такой взяли. Ох, элёре. Ох, элёре. Еще раз. Ох, услышали, поймали звук. Ох, элёре. Молодцы. И ох, элёре. Молодцы. Постановка голоса важна не только для тех, кто хочет стать певцом. Такой навык необходим для учителей, руководителей, для всех, кто работает с людьми и много выступает перед аудиторией. Ирина дала несколько полезных советов, которые пригодятся абсолютно всем. Лучше запоминается информация, опять касается и родителей, и бабушек, и дедушек, когда мы детям или кому-то еще говорим на низких тонах. То есть пониже. Если вы хотите достучаться до человека, мы говорим, пожалуйста, сделай то-то, то-то. Тематические мастер-классы в Химках проходят постоянно. Выбрать интересный для себя можно в афише газеты «Химкинские новости». Также информация о будущих встречах есть в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте eventadamhimki.ru.